что этот праздник установлен для того, чтобы нашим духовным взором начертать примеры святых людей, которые подвязались на русской земле. И все мы по своему опыту знаем, что когда мы приезжаем, место подвигов святых, особенно нами любимых и почитаемых, преподобного Серафима Саровского, Сергия Радонежского, блаженной Матроны Московской и многих-многих святых, то мы особенно чувствуем их помощь, их молитву, их присутствие. И знакомясь с их жизнью, с их житием, мы знаем, что они были тоже исполнены и немощи, и каких-то страстей, или в каких-то затрудненных обстоятельствах, но с Божьей помощью преодолели в себе этот грех, исподобились благодати Святого Духа. Святые являются помощниками нам в нашей духовной жизни, и поэтому у каждого из нас, наверное, есть святой, с которыми установились особые теплые отношения, помощь которого мы чувствуем. И в эти дни я желаю всем, чтобы по молитвам святых угодников в земле русской просиявших, Господь помог вам идти на пути веры, нести свой жизненный крест, сподобил вас радости Святого Духа и помощи Божией во всех ваших делах.